С 1 марта при поддержке фонда президентских грантов отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии начнет бесплатно кормить нуждающихся одиноких людей пенсионного возраста. Получить горячее питание пенсионеры смогут ежедневно в благотворительной столовой при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость в поселке Знаменка Орловского муниципального округа. За талонами на горячее питание нуждающимся необходимо обратиться в храм иконы Божией Матери всех скорбящих радость по адресу: поселок Знаменка, улица Советская, 99, остановка школа-интернат. Храм работает ежедневно с 7:30 до 18:30.